В минувшие выходные на льду стадиона «Строитель» прошел принципиальный матч чемпионата города по хоккею с шайбой. Хозяева площадки, спортсмены «Строителя» принимали лидера турнира команду «Беломорец». Для продолжения борьбы в чемпионате команде «Строитель» нужна была только победа. Болельщики, пришедшие на матч, хотели увидеть настоящий мужской хоккей, и лучшие команды города не обманули их ожидания. Соперники старались показать свои лучшие качества. В тяжелом и упорном поединке победителями матча стали хоккеисты «Беломорца» 2-4. Тем самым ягринцы досрочно оформили золотые медали чемпионата города. А с 22 по 23 февраля на ледовых площадках стадионов «Беломорец» и «Строитель» состоится ежегодный кубок мэра по хоккею с шайбой. Начало соревнований в 10 утра на Яграх и в 11 в городе.